Всем привет! Продолжаем играть уже в миссии Колобота. Вот, и сегодня у нас, пока мы еще на Луне, и миссия на этой планете — тренировка по летанию. Так, загрузить, вот это, по-моему. Блин, а вот 8.41. А это чё? Ну ладно, загружаем последнюю по времени. Вот. Ну, что-то, конечно, миссии уже поднадоело какие-то проходить. Задания, упражнения, хотелось бы уже свободной игры, но нужно все-таки пройти, потому что... Куда он полетел? Эй, куда ты летишь? Я уже не помню, что тут надо было сделать. Ну, садись. Четыре куска. Подождите, я же это уже вроде делал. Так, соберите 4 куска титановой руды. Вроде же делал. Ладно, давайте поменяем. Что мы поменяем? Нам надо поменять батарею. Так. Как ее менять? Вроде у этого... Вот была программка, которая меняет батарею. Окей. Так, давайте. Где ты? А вставить... А, сюда нельзя. Новую программу. Вот. Да блин. Вот. Вставим. Итак, вот по идее он должен поменять батарею. Так, давайте чуть подъедем. Вот. И запустим. Так, вроде же выполнял эту миссию. Не помню, так как делаю это я каждый день по чуть-чуть утром. Вот, сейчас утро. Я приехал и делаю эту миссию. Так, дальше. Find Titanium Ore. 2 куска вон есть. Хорошо, сейчас он... Так, F4 ускоряет, да, F5, F6, F7. Давай, приземляйся. Да, ускоряет. Это клавиши F4, F5, F6, F7 ускоряют выполнение. Даже не то, что скрипта, а просто ускоряют течение времени, так сказать, в этой игре. Так, положил. Теперь еще раз ищем. Перейти на другое место. Ну, бывает. Давайте отъедем. Ой. Полетим сейчас быстренько. Так, F8, а F4 обычная скорость. Ага, F8, по-моему, максимальная, да? И ищем корабль и летим. Да, это существенно, конечно, упрощает. Когда можно ускорить выполнение, ускорить время. Не понял. Начать надо было, елки-палки, да, я тупанул. Ну, я же говорю, утро, я уже забыл. Так, ту же мы прошли. Итак, что нам надо здесь... А что это такое стоит? Ай, блин, ну это ж... Ну, фу, блин, я так понимаю, надо просто пролететь через вот эти все. Фу, ладно, пролетите как можно быстрее через каждую из этих целей. Постарайтесь не допустить перегрева. Ну, хорошо. А как взлетать? Shift и полетели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, как можно быстрее, говорит, ага. Как можно быстрее. Конечно, как можно быстрее сейчас пролечу я это все.
Отточите свои навыки. Навыки. Так, вот это, наверное, по высоте будет лучше, если я, наверное, вот так вот. Так, повар назад, вверх. Так, ну давайте я, наверное, это сам пройду. Не понял. Я это, короче, сейчас сам пройду, а потом продолжу запись. Короче, миссию прошел, ничего такого и ничего интересного. Надо было пролететь по всем этим точкам. Так, следующая тренировка по летанию. Ё-моё, что тут опять? F1. Это такое же упражнение, только будет размещено от камеры. Ага, я понимаю, только внутри, да? Как будто мы внутри бота. Вот. Давай, давай. У меня два раза перегревался двигатель, но один раз он сам сел. Не захотел лететь. Второй раз я его посадил. А как тут управлять? Управлять тут Shift, это мы взлетаем, зажимаем. Контроль, это мы опускаемся. Такое же самое управление и для нашего космонавта. Вот. Он тоже может летать. Ну, давай, давай. Сейчас у нас двигатель перегреется. Надо сесть. Давайте вот здесь. Вот я нажимаю контроль и сажусь. Сел. Вот сейчас двигатель у нас остыл. И теперь полетели дальше. Хотя как он может перегреваться, если тут минус, я не помню. Какой, но не маленький минус на Луне, да, в открытом космосе. Тут что ему перегреваться? Наоборот, он должен работать по максимуму, так как окружающая среда холодная. Так, ладно, давайте опускаюсь, летим. И вон последняя точка. Ну да, такие миссии что-то не очень мне нравятся. Давай, давай, поднимайся. Летим к базе. Ну, всего лишь один раз садились отдыхать. Так, ну что нам следующая миссия? Наверное, отточите еще раз. А нет. Так, найдите важную информацию, оставленную первой экспедицией. Важную информацию. Так, куда это мы приземляемся? Мы уже приземлялись на Луну. Зачем еще раз? Не знаю. Возможно, это тот же я, да. А, наверное, мы в другую точку прилетели. Луны, и здесь надо найти черный ящик. Мы не уверены в том, куда направлялась предыдущая экспедиция. Они когда не покинули поверхность Луны. И не знаем, почему они выбрали именно то направление, куда они направились. Итак. Тащите черный ящик. Хорошо. Ага, в черном ящике координаты следующей планеты. Я так понимаю, надо гоняться за этой экспедицией. Ладно, что у нас тут с ветром? Ветра 0, температура. А, вот же, температура минус 38. Так. Источники энергии везде, ничего себе. Программы, оставленные Хьюстоном. Power Station. Power Station, я так понимаю. Каптор? Стейшн? Забирает энергию из-под земли. Круто. Так. Тогда земля скоро может сесть, если они забирают оттуда энергию. А кто будет землю заряжать? Интересно. Так. Мы разработка, которая сможет зарядить батарею любого бота. Обратитесь к странице программы вашего садкома. Так, сначала вы должны построить преобразователь, который преобразует куски титановой руды, которые уже есть в вашем распоряжении. Титановые кубы, которые можно использовать. После этого вы должны построить электростанцию и радар, который сможет указать на вашей мини-карте место, где расположен черный ящик. Когда ваши батареи будут полностью заряжены, найдите черный ящик. После этого он должен быть размещен на платформе вашего корабля, чтобы вы... Построить. Блин, ну это вручную. У этих
Бота севшей батареи. И это надо мне вручную. Блин, вручную это все. Не, в скафандре видно плохо. Вручную, короче, все это строить. Взять. Как у нас там взять? Взять, а это что? Построить электростанцию, построить преобразователь, построить радарную станцию. Так, ну нам надо сначала построить преобразователь, чтобы преобразовать все эти куски руды в титан, да? Из этого титана построить потом радарную станцию, что там еще, блин. Ну и, короче, power станцию, которая будет заряжать батареи. Хорошо, так, пока он... А, не, он не может двигаться. Так, здание построено, ну, это отлично. Теперь не идем, идем и начинаем тягать эти куски. Тягать куски. Куски, берем кусок. Так, давайте я нас поставлю на паузу. Сейчас это все построю, а потом... Ну, давайте отнесу кусок титановой руды. Мы с этим уже сталкивались. Как его преобразовать? Давайте я брошу и отхожу. Когда я отхожу, он автоматически начинает преобразовывать в этот куб титана. Да, потом я сейчас построю электростанцию и радарную станцию. И как построю, продолжу запись. Итак, я это все построил. Более того, я ускорил время. Вот сейчас будет X3. И вот я выбрал у каждого бота, как сказали в Хьюстоне, есть этот программа, которая позволит зарядить батареи. Вот, приезжает наш бот. И вот, ага, ну понятно, программа несложная, я так понимаю, просто запоминает Start Position, ищет Power Station, Go To, ждет 5 секунд и Go To обратно. Понятное дело. И теперь давайте этого зарядим. Эй! А этот что-то, кстати, тупит. Иногда не может найти какое-то место свободное. Какое-то... Да блин, не можешь найти. Давайте вот сюда. И давай, едь, заряжайся. Давай. Так, F6 нажмем, чтобы побыстрее было. Так. Зарядилось. Теперь нам надо черный ящик. Радар я построил, черный ящик есть. Ну, теперь можно, мне кажется, посмотреть черный ящик. Он как-то его можно найти? В коде. На каждой планете я ставил черный ящик. Содержащий координаты, если... Black Box. Во. Black Box. Ну, теперь можно написать программу, которая найдет Black Box. Так. Find Black Box. Мне кажется, без радара, наверное, можно... А, нет, наверное, с радаром... Только с радара можно искать предметы. Ладно. Object box равно так радар black box. Вот так вот нашли. Так, давайте point start равно position. Запомним стартовую позицию, потом найдем ящик. Потом go to b.position. Потом grab. Потом go to start. И drop. Вот так вот. Вроде нормально. Делаем ускорение 4x и запускаем. И полетел. Ну, нормально. Ускорение крутая штука. Ой-ой-ой, блин, там что-то... Тут, короче... Место занято. Вот тормоз.
Какое место занято? Давайте попробуем еще раз. Неизвестный объект. Хорошо, давайте тогда... Да, тут какой-то тупняк. Так, как нам наш Space Ship, да? Go to, изменим программу, найдем наш наш корабль и отлетим, и полетим туда, блин, отлетим туда, отлетим, отнесем туда, ну и заодно полетим, давай, летим. Так, но тут какая-то ерунда произошла, как мы видим, все брошено. Надо было исследовать на следы, возможно, там следы перестрелок. Трупы лежат. Кстати, трупов там не видно, а должны были быть, по идее. Ну, я принес черный ящик. В чем, что не так? Электростанция постройка. После этого он должен быть размещен на платформе вашего космического... Ну, так вот же он размещен. Возможно, мне надо... Так, нажму всем. Возможно, мне надо перенести его куда-то. Нечего взять. Ну, потому что вот этот встал. Отъедем назад. Давайте возьмем. Как нечего? Вот же черный ящик. На платформе. Но это платформа или нет? Какая-то фигня. Почему-то миссия еще не пройдена. Окей. Так, возможно, нужно перезарядить батарею. Давайте я попробую перезарядить. Вот, чтобы, когда мы прилетим на новую планету, у нас батареи были заряжены. Ну, логично, в принципе. Так, сейчас он зарядится. Перейти, место занято. Ну, тормоз. Так, shift, взлетаем, летим. Так, скорость я чуть-чуть уменьшу. Садимся, сели. Ну, черный ящик на месте, все на месте. Что-то я не понимаю, в чем проблема. Все же хорошо. Мы выполнили всю миссию. Давайте еще раз посмотрим. Отличите. Мы... Так, когда батареи будут, найдите черный ящик. После этого он должен быть размещен на платформе вашего космического корабля. Что по мини-карте? По мини-карте здесь никаких объектов нет. Знаешь, мы нашли все, что нужно. На какой платформе надо разместить вот этот космический корабль? Блин. Давайте я отнесу в преобразователь. Может, он преобразует его во что-то? Так, несем, бросаем, отходим. Не, преобразователь не хочет его преобразовать. Хорошо, давайте электростанцию. Не хочет. Хорошо. Давайте тут положим. Не так. Что ж тебе не так, блин? Платформа. Ну вот платформа. Блин, ерунда какая-то. Так, сейчас я поставлю на паузу и подумаю. Подумал, а думать нечего было. Надо было кликнуть на свой корабль. Вот он. И вот кнопочка взлететь. Вот и все. Да, ну а походу об этом тоже там было написано, но кто ж читает документацию? Итак, на тропике. Опача, мы прилетели на тропике. Я так понимаю, можно будет купаться. Исследуйте тропический рай в поисках взрывного устройства. Начать. Ну, сейчас исследуем. Давай, давай, лети. Так, F1. Так, место, где лежит взрывчатка, обозначено в вашей карте красным крестиком. Наблюдатель, ну и что надо сделать? Вы должны найти ее и достать набор своего корабля. Да, чтобы корабль свой взорвать. Хорошее задание.
замечено тип не... Ну вот, ну красавчики, да, взрывчатка, это они знают. Тип неизвестен. То есть, когда она сработает, при каких условиях. И то есть его надо принести на космический корабль. Задание отличное, просто. Принесу я его, и потом корабль взорвется, да? Так, я так понимаю, мне тут самому надо... Ну, а где делись? Вот в процессе полета куда делись два моих бота? Вот тоже интересно. Взлетали с Луны два бота. Были, прилетели, ботов нет. Ну, а тут ветер. Судя по звуку, ветер. Давайте еще раз посмотрим. Ветер 1,2 метра в секунду. А гудит так, как будто бы 14. Температура 32 градуса. Так, ладно, тогда я полечу. Сейчас я сделаю ускорение. Вот так вот. И полечу. Ой-ой-ой. Надо меньше сделать. Эй, взлетай. Почему-то он выше не хочет взлетать. Вот я сейчас Shift нажимаю, а он не взлетает. Блин, я так понимаю, надо тогда обойти эту гору, потому что он сюда залезть не может. Ну, давайте вот здесь, тропики. Ну, взлетать не хочет. Ну, на самом деле, такие миссии как бы чуть-чуть напрягают, когда вот это, надо найти правильный путь. Ну, вот как я его найду, если он не залазит на эти горы? Сейчас искать эти обходные пути как-то не очень. Я так понимаю, они хотят, чтобы мы подошли вот к этой зоне какой-то зеленой. Ну вот, взлетай. Полетел. Дальше что? Взлетел. Блин. Ладно, сейчас я найду путь и продолжим. Итак, путь я нашел, но я там вижу, лазят муравьи. Никакого оружия мне не дали. Как их отстреливать? Я так понимаю, сейчас они на меня толпой... Толпой могут броситься. Ну, давайте я подлечу лучше. Я сейчас подлечу. Воу-воу-воу-воу-воу. Блин, они плюются. Ну да, смотрите. А, температура реактивного. Здоровье у меня уже не очень. Со здоровьем плохо. Эти муравьи плюются. А пофиг, давайте я подбегу. Классная миссия. Отличная миссия выполнена. Вы видите? Я подбежал, этот взрывчатка взорвалась, хотя говорили о том, что надо доставить на корабль. Ну, короче, миссия выполнена. Найдите свой космический корабль в лабиринте тропики. А как я оказался в том лабиринте, интересно. Ага. Карта недоступна. Ну, насколько я помню... Блин, а я нифига не помню, откуда я прилетел. Уже без скафандра, да. Так, я прилетел откуда-то... Не понял. Что, опять кто-то плюется? Да, точно. Наверное, и вот. Так, а давайте-ка я сохраню. А посмотрю, что тут есть в загрузках. Нету ли предыдущего сохранения? Блин, нету. Посмотреть бы, откуда я прилетел. Так, я мог отсюда прилететь? Нет. Я прилетел и увидел
Вот этот флажочек. Да, можно было бы промотать видео, если бы оно было, да? Я прилетел, наверное. Так, ну мне точно не надо было проходить это. Походу отсюда я, наверное, прилетел. Так, двигатели очень быстро перегреваются. Поэтому особо летать я не могу. Скорее всего, я... Мне кажется, отсюда прилетел. Так, ладно, я, наверное, в паузу поставлю. Будь поблуждаю здесь, потому как это не особо интересно смотреть. Вот, и потом продолжим. Короче, я все еще тут хожу, но хотел бы сказать, тут можно флаги ставить. Ну, я так понимаю, помечать путь. Дальше. Дальше, вот я пробежал только что, след был от предыдущей экспедиции, то в справке сказано, иди по следам этой экспедиции. Вот. Дальше. Вот в этих вот зеленых, как бы... Блин. Давайте я сохраню. Вот, летать нельзя. Как бы в этой сфере. Летать можно только тогда, когда выйдешь из нее. Кроме всего прочего, вот эти муравьи достают, а от них, ну, никак с ними бороться никак не получается. Нет возможности. Вот. Нужно бежать по следам предыдущей миссии. Вот я бегу. Но эти муравьи. Муравьи меня уже один раз убили. Бегать быстро он не может. Вот, в воду спускаться нельзя, потому что она ядовитая. Я в воду упал и сразу же помер. Ну, короче, вот, смотрите, вот он стоит и все равно съезжает вниз. Ну, блин. Управление не очень. Ну, на самом деле, такая миссия чуть-чуть идиотская. И может отбивать у людей желание поиграть... Поиграть, потому что здесь, ну, не дело не пойми что. То есть это бежи куда-то, для чего? Ну, это можно было вот просто пропускать в таких играх. Вот что мне сейчас делать? Вот я сейчас в воду залезу. Ну и что? Вот с воды, вот, смотрите. Круто. Управлять я уже не могу. Помер. А, ладно, вылетела игра, поэтому всем спасибо за внимание. Всем пока.